своей квартире Николай Страшников совсем недавно закончил косметический ремонт. Капитальных работ жилье не требует, говорит пенсионер. Дом в отличном состоянии. Отопление у нас все исправное, нигде потеков нет, все у нас обогревается. Трещин нигде на потолках нету, на стенах тоже нету. Тепло, уют, все нас устраивает. Дому, где живет Николай Иванович, 60 лет. В нем 4 квартиры. В 2009-м жители приватизировали их вместе с придомовым земельным участком в 8 соток. БТИ тогда оценила износ здания в 45%. Однако спустя несколько лет администрация Рязани признала дом аварийным и решила его снести. Владельцы квартир о выводах комиссии узнали случайно. Мы вообще ее даже не видели и никто не слышал про нее. Просто уже пошли слухи, что нас будут ломать. Дом аварийный признан, включен в программу аварийного жилья. Переезжать жители дома не хотят. К тому же мэрия предлагает им равноценные по площади квартиры, но никак не собирается компенсировать приватизированный участок. А горожане за годы построили там гаражи и сараи, платили положенные налоги. Они готовы обсудить с властями варианты компенсации земли, но ни предыдущий губернатор Рязанской области, ни новый времени для встречи с жителями дома пока не нашли. Вы знаете, к ним вообще не доберешься, не достучишься. Хотели попасть очень к Ковалеву, но никак мы туда и не попали. Губернатору Ковалеву бесполезно. Горожане в складчину оплатили независимую экспертизу. Специалисты подтвердили, износ здания немногим больше 40%. Дом для жилья пригоден. Соседи подали судебный иск против мэрии. Пока не вынесено решение, от комментариев по ситуации администрация Рязани отказывается. Однако снести дом в Коломенском проезде, по мнению чиновников, должны его жители за свой счет. Сделать это городские власти рекомендовали им еще в прошлом году. Но истцы рассчитывают, что суд назначит новую экспертизу здания, которая докажет, что их многострадальный дом не аварийный. После чего чиновникам придется отказаться от сноса и оставить, наконец, 4 семьи в покое.